Приветствуем! Знаете ли вы, что после всеобщих местных выборов этой осенью во всех 11 районах на севере Республики Молдова уже были избраны председатели? Партия социалистов заполучила наибольшее количество кресел – целых 6. Таким образом, район Бричень возглавил Дарин Павалой, Единец – Николай Мельник, Дандушень – Валентин Чеботарь, Окница – Юрия Плопа, Рыжкань – Владимир Мездренко, Осорока – Вячеслав Руснак. На втором месте в рейтинге политических формирований с наибольшим количеством председателей находится партия «Действие и солидарность». 3 руководителя районов. Место главы исполнительной власти районного совета Дрокии занял Василий Чемартан. Во Флорешть – Василий Тылту, а в Сенжерей – Кристиан Кайнарян. 2 других района поделили Европейская социал-демократическая партия и партия развития и консолидации Молдовы. Район Флорешть возглавил Вадим Рожко, а район Гладень – Оксана Албу, единственная женщина, избранная на такую должность на севере страны. Согласно законодательству, один из членов районного совета может быть назначен председателем района по предложению не менее 1/3 своих коллег, если за него отдало свои голоса большинство районных советников. Председатели представляют район в отношениях с правительством, другими центральными органами публичной власти, физическими и юридическими лицами в Молдове и за рубежом, а также в судебных инстанциях.